भूत भूते स्वराय काल काले स्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय स्वराय शंभो शंभो maha सुकधम् कलं करुण समया अखिलं करुण नमस्कारं श्याम् Сама природа жизни такова, что в этой упаковке, которую мы считаем собой, заключены и жизнь, и смерть. Все в одном флаконе, не по отдельности. Люди могут нести и любовь, и ненависть в одном и том же сердце могут одновременно любить одного человека и ненавидеть другого. И волнение, и спокойствие в одном флаконе. Таким же образом, что бы вы ни считали, или что бы вы ни называли противоположностями жизни, все это в той же самой упаковке. Вопрос только в том, что вы выберете. Если вы выбираете любовь, вы становитесь одним сценарием, выбираете ненависть — другим, выбираете радость — один сценарий, выбираете страдания — другой. Садгуру, разве нельзя разместить все по разным упаковкам? Нет. Это ваш выбор мироздание очень сострадательно. Если вы хотите страдать, у вас есть на это свобода. Да. Столько человек выбирает вариант приносить себе страдания. И, конечно, они поделятся этим и со всеми остальными. Это просто вопрос выбора. Потому что все заключено в одном флаконе. У людей есть правое полушарие мозга, левое полушарие мозга, Ида и Пингала. Предположим, что правое полушарие заключало бы в себе только радость, а левое — только страдание. Правое отвечало за жизнь, левое — за смерть. Тогда все было бы просто. Но все устроено не так. Все в одном флаконе. Если вы осознаны, вы выберете то, что хотите. Если не осознаны, вы случайным образом выбираете то, что вам попадается. И когда вы не можете объяснить, почему вы несчастны, почему с вами случилось несчастье, почему все идет не так, вы ищете Бога. И поскольку Бога вы там не находите, вы начинаете смотреть на звезды и планеты. Я хочу, чтобы вы поняли. Следующий выбор после Бога ⁇ это планеты и звезды. Если все решает Бог, это слишком неопределенно. Планеты и звезды, по крайней мере, реальные. И скажем, для вас они вращаются не в ту сторону. Сатурн вращается не в ту сторону. Что крутится не в ту сторону, так это ваши мозги. Оказывают ли разные объекты на нас влияние? Да, безусловно. Но позволите ли вы им это или нет, это тоже ваш выбор. Становиться уязвимым или сильным, это опять же в одном и том же флаконе. И с вирусом. Это тоже ваш выбор. Я ничего не делал. Как же я им заразился? В этом-то все и дело. Вы ничего не делали, не мыли руки, не проводили личную дезинфекцию, вы не позаботились обо всем этом. И теперь вы заразились. Как-то раз в Теннесси, я постоянно говорю о Теннесси, потому что Центр Йоги Иша или Институт внутренних наук находится в Теннесси. Здесь мы находимся в Тамилнаде, ТН, и там тоже Теннесси, ТН. Так для меня немного проще. Почтовый индекс, номер шоссе, номера тоже почти совпадают. Так мне легче запомнить. Если я помню одно, другое — это просто как отражение. Итак, однажды в Теннесси один человек, который избирался в местные органы власти, ходил от двери к двери со своей избирательной кампанией. Когда он постучал в очередную дверь, ее открыла женщина. Он тут же выпулил все, что намеревался сделать для города, и что она должна за него проголосовать. Она улыбнулась и сказала, «Вы мой запасной вариант». «Правда? А кто же тогда основной?» Она ответила, «Да кто угодно». Вы должны выбрать свой первый вариант сейчас мы сталкиваемся с такими ситуациями, с которыми это поколение не сталкивалось, наверное, никогда прежде. Соединенные Штаты преодолели порог в 15 тысяч смертельных случаев. Испания тоже приближается к этой отметке. В Италии почти 18 тысяч. Во Франции количество смертей близко к 11 тысячам. В Великобритании более 7 тысяч. В Индии около 200 смертей. Это исключительная работа властей Индии, врачей, вооруженных сил и тех, кто принимает решения в правительстве. Для такой плотности населения это феноменальная работа. Но тем не менее, в течение следующей недели или десяти дней ситуация может резко ухудшиться. Она будет нарастать естественным путем. Но все же по сравнению с тем, как это происходит в некоторых странах, мы справляемся гораздо лучше, потому что мы действовали на опережение. Но около 500 человек, которые были инфицированы, потому что они принадлежат к определенной религиозной группе, они куда-то пропали. Власти пытаются их найти, но их отследить практически невозможно. Эти 500 человек сами по себе могут заразить около 100 тысяч в следующий месяц или два, без чьей-либо помощи. И те, кто будет заражен, сколько еще смогут заразиться от них. Так что все это изменится. К сожалению, такие ситуации происходят. Я надеюсь, что они будут сидеть дома и не будут слоняться тут и там, заражая огромное количество людей. Так сейчас обстоят дела. В такое время, как сейчас, очень важно, что вы выберете. Это всегда важно. Но большинство людей не осознают всю серьезность их выбора, если только нет каких-то очень серьезных или очень негативных последствий. Так что это время, когда выбор, который мы делаем, как мы себя ведем, будет иметь серьезные последствия. Пока молодежь немного заносчиво говорит о том, что они не умрут, что умирают только пожилые. Но вирус подбирается и к ним. Несколько молодых людей погибли. Может быть, из-за других заболеваний, которые у них были, или, возможно, Вирус учится добираться и до них тоже, или, может, им не оказали должную медицинскую помощь. Мы не знаем. Но это начинает происходить. Некоторые люди, о которых мы знаем, и которые заболели более месяца назад, через 10-12 дней они выздоровели. Но даже спустя месяц, сейчас это уже 35-37 дней, они все еще испытывают трудности с дыханием. А это молодые люди. Их дыхание очень ослаблено. Даже если они проходят 30-50 метров, им приходится останавливаться и отдыхать. Вот в каком они состоянии. Несмотря на то, что они молоды и здоровы, температура и все другие симптомы у них прошли, но их дыхательная способность не пришла в норму. По крайней мере, среди тех, кого я знаю. Я не знаю, возможно, для других людей, которые оправились после вируса, ситуация другая. Мы этого не знаем. Может быть, они вне опасности, но им предстоит еще сделать много работы с точки зрения здоровья. Поступают жалобы, что я не отвечаю на достаточное количество вопросов. Так много вопросов было отправлено из разных уголков мира, а я на них не ответил. Поэтому сегодня мы сосредоточимся на ответах на вопросы. Пожалуйста. Вопрос от Шекара Рэдди. Садгуру, похоже, настало время пророчеств. В то время как многие ссылаются на предсказания Путулури Вира Брамама, и правицы из Андры, которая писала о коронавирусе в своем кологняме, другие ссылаются на французского аптекаря, астролога и правица Мишеля Нострадамуса. Как вы прокомментируете подобные предсказания? Эти предсказания просто замечательные, но их всегда делают после того, как событие уже произошло. Все эти люди, которые читают все эти пророчества, почему они не могли предотвратить это, если знали заранее? Если вы знаете заранее и не предотвращаете пандемию, это наихудшее преступление. Попытка заглянуть в будущее ⁇ это развлечение для человека. Разве не прекрасно? что вы не знаете, что случится дальше. Иначе смогли бы вы жить спокойно. Есть много людей. Астрологи постоянно выступают против меня. Потому что я плохо влияю на их бизнес. Человек ⁇ это вершина эволюции на этой планете. Начиная с самого низкого уровня существ и заканчивая вами, вы увидите, они все менее и менее поддаются внешнему влиянию. Возьмем, например, дождевого червя. Если что-то здесь изменится, он умрет. Он не уплывет в Африку, чтобы жить там. Он даже не переместится на 10 километров. Он умрет, потому что у него нет таких способностей. Если эта местность или его среда обитания станет непригодной для жизни, он ничего не сможет сделать. Вот почему мы говорим об омоложении почвы, потому что микробы и черви, которые жизненно необходимы для нашего выживания, не будут мигрировать куда-то еще. У них нет способностей коронавируса. И у коронавируса нет таких способностей. Просто вы представляете ему бесплатный транспорт. Люди... Самые мобильные существа на планете предоставляют транспорт. Если мы не сделаем нашу мобильность немного более осознанной, природа возьмет ее под свой контроль. Видите, это уже произошло сейчас. Мы не можем передвигаться. Был такой случай. Это было в Лос-Анджелесе у преуспевающего главы корпорации была симпатичная секретарша. Это было начало 20 века. С тех пор многое изменилось. Как-то раз он сказал, «Я собираюсь на выходные махнуть в Палм-Спрингс. Почему бы тебе не поехать со мной?» Она ответила, «Может, я и ваша пишущая машинка, но эта машинка не портативная». Ваша мобильность должна стать немного более осознанной. Именно человеческая мобильность придала вирусу такую силу. Если бы это случилось тысячи лет назад, когда не было ни авиаперелетов, ни большого количества морских путешествий, тогда все это осталось бы там, где это началось. Ухань или где бы это ни случилось, это было бы только в этой местности, может быть, в окрестных соседних деревнях, а потом бы это вымерло. Но из-за того, что люди стали такими мобильными, сегодня они в Китае, завтра утром в Италии, послезавтра в США или где угодно. Из-за этой беспрерывной мобильности внезапно коронавирус приобрел такие масштабы. Он бы не сделал этого сам по себе. Ему нужны вы. Подобное стремление всегда что-то предсказывать. Был такой человек. Сейчас его уже нет. В Тамилнаде был такой человек который предсказал, что через 500 лет в Тамилнаде произойдет большое наводнение. Я сказал, «Прекрасно». Ко мне подходили и спрашивали, «Садхгуру, как вы думаете, будет ли сильное наводнение через 500 лет?» Я отвечал, «Мы расположены в предгорьях как раз поэтому, чтобы, если начнется наводнение, мы могли подняться в гору. А в Чинае у вас нет шансов». Они сказали, «Неужели?» Я ответил, «Да, но я тоже могу сделать какое-нибудь предсказание. Через 700 лет эта гора превратится в вулкан и начнется извержение. Они сказали, правда? Я ответил, через 700 лет ни меня, ни вас здесь не будет. Мы можем предсказывать все, что захотим. Пожалуйста, скажите мне, что произойдет в ближайшие пять дней? Я даже не прошу предсказания на пять месяцев. Скажите мне, что произойдет в следующие пять дней. Это было бы полезно. Как прогноз погоды. Если вы скажете мне, что произойдет в ближайшие пять дней, это можно было бы использовать. Через 500 лет может произойти все, что угодно. И, конечно, люди, которые увлекаются подобным, подкорректируют время и предсказания как им это будет удобно. Обо всем, что когда-либо может произойти на этой планете, уже сказал Нострадамус. Я не француз. Я не знаю французского, но мне нравится слово «дамус». В английском языке. Не знаю, что оно значит на французском. Так что это будет продолжаться. Люди всегда делают предсказания. Если вы посмотрите на определенные прогнозы роста популяции, как происходят события, каков экологический ущерб, вы сможете сделать некоторые расчеты и предсказать что-нибудь. Что если вы пойдете таким путем, вот что вы получите. Это мы можем сказать. Но 500 лет это другое дело, потому что мы не знаем, какие силы будут на все это влиять. После окончания мировой войны люди скажут, мы знали, что так произойдет, об этом было написано. После того, как были сброшены атомные бомбы, люди говорят, мы знали об этом, о том, что произойдут эти два ужасных события. А как насчет испытательных взрывов? Вы их пропустили? Вы не знаете, сколько сотен испытаний было проведено. Возможно, люди и не гибли. Но я уверен, что погибло очень много живых существ. Так что это пустая трата времени. Вместо того, чтобы активно заниматься тем, чем вы должны, вы продолжаете говорить о том, что мы уже знаем. Сейчас есть две проблемы с коронавирусом. Как кто-то сказал, это плотность населения и глупость населения. У нас и так уже очень плотное население. Давайте не будем глупцами. Сделаем все, что в наших силах. Не предсказывайте, сколько людей умрет. Это просто глупо. Важно то, скольким людям мы не дадим умереть. Следующий вопрос от Картика. Намаскарам Садгуру. Обычно считается, что тому, кто начинает духовную Садану, нельзя вовлекаться в какую-либо деятельность. Но вы просите волонтеров выходить и помогать, распространять материалы для медработников, собирать средства на питание для сельского населения. Нужна ли вся эта мирская деятельность на духовном пути? Нет, не нужна. Определенно в ней нет нужды. Но утром и вечером это же мирская деятельность. Да? Мирская же. Если вы остановите все это, тогда я не буду просить вас заниматься волонтерской активностью. Я не попрошу вас помогать кому-либо. Я не буду просить вас что-то делать, если вы просто сядете вот так, без еды, без движения, без похода в туалет, просто будете сидеть, я сам приду и упаду вам в ноги. Делать вам ничего не нужно. Мы будем поклоняться вам каждый день. Да? Я не шучу. Определенно, мы будем вам поклоняться. Но вы очень мирской человек. Но когда ест кто-то другой, внезапно вы считаете это мирским. Это духовно. Если вы едите, это духовно. Когда ест кто-то другой, это мирское. Так что мой прием пищи очень духовный, а твой — мирской. Нет. Мы должны решить. Если вы совершенно не замечаете своего страдания, тогда у вас есть право не замечать страдания других, когда для вас абсолютно ничего не имеет значения. Но когда вот это имеет значение, тогда имеет значение все. Причина, по которой существует некоторое негативное отношение к духовным движениям, заключается в следующем. В основном они воспринимаются как безответственные люди, теми, кто живет в обществе. Это очень важно. Если люди дают вам 10 рупий, вы должны делать работу на 100 рупий. Да. Только тогда у вас есть право закрыть глаза и просто сидеть вот так. Иначе у вас нет права. Так что, когда происходят такие ситуации, как это? Это пандемия. Я надеюсь, этот вопрос не из центра югиша. Картик. Допустим, мы здесь, в центре югиша. Сейчас здесь 2642 человека. И ни единого случая заражения. Но все они очень счастливы, умиротворены, прекрасны. Но я предложил правительству штата использовать инфраструктуру центра. Сейчас мы рассматриваем, сколько места мы можем выделить на это. Так что они используют это пространство для лечения инфицированных людей. Вам необходимо понять, что инфекция не прилетит и не заразит вас инфекция останется с ними. Мы должны предоставить атмосферу защиты. И, возможно, среди них будут идиоты, которых нам придется запереть, если это потребуется. Там будут самые разные люди. У кого-то начнется паранойя, кто-то захочет сбежать, кто-то полюбит вас, захочет обнять вас. Все подобное происходило раньше. Со всем этим нам необходимо справиться, убедившись, что никто здесь не заразится. Это очень важно, потому что ваше сострадание не должно создавать больше проблем. Если вы заразитесь, вы лишь приумножите проблемы. Так что сострадание ⁇ это не глупость. Сострадание — это очень разумный процесс жизни. Когда вы принимаете всех, вы видите, какое действие является наилучшим. Лучшее действие не может быть определено сегодня просто так, что вот это будет самым лучшим. Оно всегда происходит из ситуации, как и сама жизнь. Мы будем принимать решения в зависимости от того, что является самым разумным в данной ситуации. Мы уже расчистили несколько зданий и подготавливаем их, на тот случай, если произойдет резкое увеличение случаев. Потому что в Каимбатуре есть несколько человек, которые были инфицированы в Дели, и после этого прилетели сюда. Некоторых из них невозможно отследить. Мы не знаем, где они, скольких людей они собираются заразить. Это подобралось уже очень близко, всего в 25 километрах отсюда. Кажется, Кавайпудур уже изолирован. Они уже начали локализованную сегрегацию. Если где-то есть один или несколько зараженных, они разделяют их на небольшие сообщества, чтобы это не распространялось. Вот что и мы тоже будем делать, если люди будут приезжать сюда извне. Но мы хотим убедиться, мы хотим поддерживать такой статус, чтобы к тому времени, как история с вирусом закончится, сколько бы времени это ни заняло, здесь бы не было ни одного зараженного. Так что большая благодарность волонтерам из Китая которые отправили материалы для нас. Сегодня утром мы получили их. Перчатки, защитное оборудование и еще много всего. Так что у вас будет защитное оборудование, когда вы отправитесь туда, чтобы помогать. Просто нужно поддерживать определенную дистанцию и вести себя разумно. Как-то раз. Один художник начал рисовать одну модель — девушку. Он сел за мольберт и начал рисовать. Через какое-то время он подошел к ней и поцеловал ее. Она сказала, что? Ты что, так делаешь с каждой своей моделью? Он сказал, нет, ты первая. Тогда она спросила, и сколько моделей у тебя было? Он сказал, четыре. Первая ⁇ была роза, вторая ⁇ луковица, третья ⁇ банан. Ты первая девушка. Так что вам просто нужно позаботиться о том, чего касаться, чего не касаться. Какую дистанцию удерживать. Потому что это серьезное дело. Это вопрос жизни и смерти. Ваш враг невидим. Вы не знаете, где он. Вы не знаете, кто его переносит. Нет гарантии. Кто-то молодой и крепкий может переносить его, не проявляя ни единого симптома. Так что вам нужно просто обращаться со всеми, как с луковицей. Что касается того, помогать или не помогать. Это даже не вопрос. Это не помощь. Это самое основное проявление вашей человечности. Если вы думаете, что отказ от своей человечности — это духовность, тогда мне жаль. Но я не хочу такой духовности. Но если вы станете такими, что ничто в вас не будет материальным, вы просто Тогда мы не будем просить вас помогать. Вам не нужно будет этим заниматься. Но пока вот это присутствует, вам нужно помогать, потому что для того, чтобы происходило это, за этим стоит много людей. Люди, которые работают в поле, бедный фермер может заразиться, продавец в магазине может заразиться, тот, кто привозит сюда эту еду, может заразиться, наши волонтеры, которые занимаются закупками, могут заразиться. Так что когда все они ставят свою жизнь под удар, чтобы вы могли есть, если вы не готовы даже сделать хоть что-то, это не похоже на духовность, если хотите знать мое мнение. Следующий вопрос от Мими. Намаскарам Садгуру. Последние несколько недель вы говорили о том, что нужно сделать свой дом замечательным домом, в котором можно жить. Однако дом совсем не мил для тех, кто является жертвой домашнего насилия и не может убежать куда-либо. Это мужчина жалуется или женщина? Мими. Мими. М-И-М-И. -E -E. Похоже на женское имя. Звучит как женское имя. В Ливане число жертв увеличилось на 100% с марта 2019 года. И то же самое происходит во всем мире после того, как начался карантин. Как мы можем помочь им в это трудное время и что они могут сделать, чтобы пережить этот период? Домашнее насилие. Я думал, что вы мужчина, потому что в наши дни женщины более выносливы, чем мужчины. Так что я подумал, что это жалуется мужчина, но к несчастью это женщина. Well... Видите ли, это мы и пытаемся изменить. Это то, что пытается изменить весь мир. Потому что у женщины или человеческого существа женского пола есть определенные биологические обязанности, с точки зрения того, чтобы принести всех нас в этот мир. Из-за этого были определенные социальные ограничения, которые развивались в течение определенного периода времени. Этими ограничениями пользовались слишком жестко во многих обществах. Почти во всех. Не все, но это происходило почти везде. В некоторых местах это имело религиозную подоплеку, в некоторых местах просто почему-то желанию. Отдельные люди всегда будут господствовать над женщиной и эксплуатировать ее. Я хочу, чтобы вы поняли, что это применимо не только к женщине. Отдельные люди склонны эксплуатировать любого, кто немного слабее их. Это происходило и раньше. К счастью, сейчас это снизилось. Но даже когда мы росли, каждый день в школе можно было схлопотать то за одно, то за другое. Почти каждый день. Почему вы бьете ребенка? Просто потому, что он меньше вас. Есть даже поговорка — «Розги пожалеешь, ребенка испортишь». Что-то в таком духе. Так что вы бьете ребенка не потому, что знаете лучше него, вы бьете ребенка не потому, что вы развитый человек, а он нет, и тем самым вы собираетесь ускорить его эволюцию розгами. Просто он меньше вас. Почему вы не бьете детей, когда они вырастают? Потому что теперь вы знаете последствия. Точно так же. Такие люди не обязательно бьют кого-то, потому что это женщина. Они бьют их, потому что те физически слабее по сравнению с мужчиной, чуть меньше его и, как правило, чуть слабее. Такая эксплуатация любого, кто слабее тебя, будь то физически или финансово, или в социальном плане, если вы немного слабее, вас будут притеснять. Когда-то я был на одном мероприятии в Маланаду, недалеко от Шивмаги, в западных гатах. Там есть один лагерь. Это было очень давно. Было какое-то небольшое мероприятие по йоге, и они хотели, чтобы я провел один день с ними. И я поехал. Естественно, в то время я всегда ездил на мотоцикле. Так я туда и отправился. В те дни 250-кубовый однотактный мотоцикл был внушительным транспортным средством. Теперь, когда я паркую его рядом с тем мотоциклом, который у меня сегодня, становится смешно. Но тогда это был впечатляющий мотоцикл. Это было самое быстрое средство передвижения на дороге. Так что я поехал туда. Там были другие люди, которые служили в том месте. Был такой небольшой мопед. Луна. Луна Кинетик. И на этом мопеде один парень поехал куда-то далеко покупать овощи. Выезжал из этих джунглей. А потом, когда он ехал обратно, со всеми этими сумками, какой-то грузовик столкнул его с дороги. Он упал и получил небольшие повреждения. Ничего страшного, кости остались целы, но кое-где содралась кожа. Он вернулся и рассказал, что случилось, и добавил, что это из-за того, что у него не было достаточной мощности. Его вот так толкнули, что, мол, на дороге нужно обладать мощью. Я сказал не только на дороге, но и где угодно. Если у тебя нет мощи, тебя будет толкать буквально каждый. К сожалению, мир стал таким. Вот почему очень важно духовное пространство, где людей определяет не их сила, определяет не их физическая или финансовая сила или что-то в этом роде. А людей ценят именно за то, что они из себя представляют. Нам нужно построить именно такое общество. Что касается домашнего насилия, я знаю, что многие люди пытаются решить эту проблему, как будто это проблема только между мужчиной и женщиной. Это не проблема мужчины и женщины. Это проблема мужчины и чего бы то ни было. Все, что слабее вас, если оно очень маленькое, вы начнете его притеснять. Если не совсем маленькое, будете бросать в него камни. А если достаточно большое, берете палку и бьете его. И так со всеми. Почему люди просто стреляют во все, что им попадается на глаза, в диких животных и так далее? Не всегда, чтобы прокормиться. Если бы им приходилось стрелять просто, чтобы прокормиться, чтобы выжить, это другое дело. В большинстве случаев животных стреляют просто ради удовольствия, потому что те не могут выстрелить в ответ. Вы стреляете в буйвола, потому что он не может выстрелить в ответ. Вы бьете ребенка, потому что он не может ударить в ответ. Вы бьете женщину, потому что она не может ответить. Так происходит везде. Но сегодня у женщин есть выбор. Пришло время сделать этот выбор. Мы не можем исправить все сию же минуту. Но для всех вас, у кого есть дети, Расширение прав и возможностей девочек в вашем доме ⁇ это самое главное. Расширение прав и возможностей не означает, что с завтрашнего дня она должна начать господствовать. Расширение возможностей заключается в том, что вам самим не следует господствовать ни над кем. Вот что такое расширение возможностей ⁇ быть человеком. Это настоящая возможность. И если я просто сижу здесь, я чувствую себя прекрасно наедине с собой, мне не нужно иметь 10 человек у себя в подчинении, чтобы чувствовать себя прекрасно. Это и есть возможность. Такое расширение возможностей должно произойти. Это значит, что вы должны обращать внимание на духовную составляющую, и весь мир тоже. Духовный процесс не означает, что нужно смотреть вверх, смотреть вниз. Нужно обратиться внутрь себя и соприкоснуться с истинной сущностью того, кем мы являемся. Если мы не прикоснемся к этому, мы ничем не будем отличаться от всех остальных животных. Однажды лев разгуливал по лесу, пребывая в таком настроении, как тот мужчина, который бьет свою жену. Его немного раздувал от гордости. Он увидел лесу, поймал ее и спросил, Эй ты, кто король в лесу? Вы знаете, лис, она ответила. «О мой повелитель, ты не только король в лесу, ты король вселенной». Он почувствовал себя еще важнее, сильно возгордился и продолжил расхаживать по лесу. Потом он увидел леопарда, поймал его и спросил, «Кто король леса?» Тот затрясся, ведь он не читал льву. Он ответил, «Ты определенно король леса, иначе и быть не может, если бы у меня было два варианта, это были бы ты и ты. Тогда лев почувствовал себя просто потрясающе. Даже леопард дрожит перед ним. И он вышел на небольшую открытую местность. Там он увидел огромного слона и прорычал, «Кто король леса?» Слон, не говоря ни слова, схватил его своим хоботом и бросил об землю. Потирая ушибленную спину, Лев произнес, мог бы просто сказать, слон ответил, я хотел удостовериться, что до тебя дойдет. Так что проблема в том, что если кто-то хоть немного слабее вас, физически, финансово, в социальном или политическом плане, вам хочется притеснять их. И это сравни животной природе. Это нормально в животном мире но неприемлемо для людей. Йога, 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 Шварая, Бута, 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 Шварая, कालकालकालेश्वराय शेव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ महा